Мы сейчас ищем хейтеров вонючих. Соболев, ты мне не нравишься. Ну почему? Кликлак ни о чем. Почему лицемер? Что ты обзываешь-то парнишку? Ты чувак, который пишешь всякое дерьмо блогерам. Ни хера себе обзывать чувака лицемером и не знать, что это такое. Негоже, бро. Мы берем интервьюшку. С чем связано? Меня зовут Евгений Ширяев, Негодяй ТВ. Я тот душевный человек, который снимает выпуски для вас, который начал все это еще в апреле месяце. Я поставил себе глобальнейшую цель к концу этого года, 18-го, засектынить себе 1 000 000 подписчиков. Для этого я снимаю всякие разные видосы. Про то и про это. Я и фудблогер, и автоблогер. Я ищу себя в разных контентах. Ищу то, что мне нравится, то, что мне по душе. Давайте-ка узнаем вообще, что смотрит народ, что народу в Ютубе нравится, что не нравится. И из этого будем какие-то выводы делать, а может быть, никакие выводы не делать. Два варианта. Либо это видео будет о чем, либо этот видос будет ни о чем. Кто самый крутой блогер, а кто самый никто блогер, нигде блогер, вонь блогер, помет блогер, подмышка лохматый блогер. Посмотрим, ёп. Пользуясь случаем, хочу передать привет Анатолию Брюкве. Привет тебе, Анатолий Брюква. Ребят, можно на секунду вас отвлеку? Кто на ваш вкус прикольный блогер? Бэткомедиан Ануар. Кто не нравится? Кто бесит? Ну, наверное, меня Хованский запарил. Ну вот, кстати, да, Кликлак, они тоже не очень уже стали. То есть, как бы отдельные персонажи, вот Ильич еще держится, да, это Фороденза. Ильич, респект тебе. А сейчас, ну, как-то не очень. Трэш-лото, их тоже уже какой-то беспредел творится. Ни о чем! Кликлак, ни о чем. Я буду смотреть Негодяй ТВ. Ты смотришь Ютуб? Нет. Правильно. Не надо засорять свой мозг этой ерундой вообще. Ты молодец. Вдудь. Данила Поперечного обожаю. Кто чушь, кто не зачем, кто вообще когда? Соболев не нравится. Соболев не нравится. Выскажи ему все, что ты о нем думаешь. Соболев, ты мне не нравишься. Ну почему? Ну почему? Ну, парень старается. Там, монтирует там все это на рисочке, там у него из других каких-то там фильмов. Он слишком высокомерный, мне кажется. Слишком высокомерный, да? Он недобрый. Что? Он недобрый. Он недобрый. Злой. Да. Агрессивный. Агрессивный. Да, Николяш. Не знаю, что прям делать с тобой. Ну все, спасибо тебе большое. А вы кто? А я Жека из «Металки». Я высокомерный, злой и... Ну, в общем, все, что ты про Соболева наговорил, я вот такой же на самом деле. Ну, еще круче, еще круче. Что ты мне на ногу наступил, блядь? Ты хейтер? Походил, ты хейтер? Хейтер. Мы сейчас ищем хейтеров вонючих, которые пишут всякое говно моим собратьям-блогерам галимым, чушкарям и мне. Остановись. Черт. Николай Соболев ни о чем. Здрасте. Мы берем интервьюшку. С чем связано? Про блогеров спрашиваем. Про блогеров? И да, все? Да. Ну-ка, интересно, почему вы так заинтересовались? Ну, просто снимаете что-то, с микрофоном стоите. Мне тоже интересно, что у меня на посту происходит. А если бы мы сейчас сказали, что снимаем там, не знаю, видос про там... Ну, про что бы нельзя было бы снимать? Да я так сразу и не скажу. Да, а что, про что-то нельзя снимать? Ну, да не знаю, просто поинтересовался. А, ну ладно. Девчонки, привет! Ну чего убегаем-то, я не знаю, все не хотят с ним разговаривать. Спрашиваем про блогеров там, шмогеров. Ну, кто так бесит? Ну, всякие там Ивангай, Хованский, Ижи. За что, за что? У Ивангая откровенно дегроидные видео, а Хованский... У него, честно говоря, хмель вместо мозгов в голове. Тупо алкаш. Тупо алкаш. Понятно. У меня есть товарищ, Жека его зовут. Короче, давайте вот в описании есть ссылка на вот Жеку, который собирает лавешку, чтобы открыть свою движуху для... Сука, как называется вся эта хрень? Женек, извини меня. Водный центр активного отдыха. Это мой кореш. Он меня попросил, говорит, Женек, я сейчас запустил это, скажи об этом. Базар ноль, Женек, я сказал. Подробнее посмотрите, пожалуйста, посмотрите подробнее, там... И там будет подробнее, в описании. Мне, допустим, нравится Snail Kick.
Сноуки. Этот блогер. Ты замерзла? Нет. Почему ты трясешься? Я трясусь, потому что у меня глаза болят. За чего они все болят? Потому что мне закапали, мне сделали искусственный... Меньше в Ютубе надо сидеть. Я не сижу в Ютубе. Видосы эти дурацкие смотри. Я не смотрю. Книги надо читать. Так я читаю. О, какие неинтересные интервью. Просто кошмар, ужас. Здорово, козыри. Ты брат ЛДЖ младший? Нет. Че ты врешь? Не вру. А вы кто такие вообще? А что ты, нас наехать, что ли, сейчас решил? Нет, мне интересно. Я понял, кто ты. Ты хейтер. Нет. То есть ты чувак, который пишешь всякое дерьмо блогерам. Вообще не пишу ничего. Короче, мы говорим про этих блогеров вонючих. Кто нравится? Из блогеров? Да. Клик-клак я люблю смотреть. Хованского смотрю, в принципе. Кто чушь? Кто лох? Говнище? Ну, всякие заумные, наверное, люди. Ну, например, давай, кто-то умничает. Ну, я не смотрю, но которые снимают всякую хуйню и думают, что они умные. Например, бро, давай. Не знаю никого, например. То есть ты только смотришь Клик-клака Хованского, да? Нет, Дудя еще смотрю. Ты слушаешь ЛДЖ? Не слушаю я ЛДЖ. Угу. Не надо ля-ля. Я вот, знаешь, чувствую себя чуваком, который раздает листовки. Кто-то берет, знаешь, а кто-то так... Спасибо. И дальше. Спасибо тебе, что остановилась. Поехали, Николай Соболев. Не смотрю. Почему? Неинтересно. Афоня? Не смотрю. Незнакома вообще. Незнакома? Афоня, тебя вообще не знаю. Только слышала. Только слышала. Побазарим? Вот. Это одна из тех листовок, которые у меня не взяли. Сука, нога чешется. Серьезное обращение ко всем блогерам. Да вы твари. Да вы никто. Да вы чушь. Вы бы лучше работать бы пошли. Да вы бы лучше бы на заводе бы. Да вы лучше бы машины бы, такси бы водили. Да вы говно все блогеры. Вы трудиться, работать. Что там за музыка у вас, что вы так выплясываете, а? Не очень. Мы не будем говорить, что это за музыка. Неважно. Ютуб смотрим. Ну да, немножко. Кто по кайфу? Клик-клак. Да. Клик-клак. Кто никто вообще в Ютубе? Николай Соболев. О, фак! Николя, у тебя сегодня что, день рождения? Это не я сказала. За что? Ну, лицемерный. Лицемерный? Да. Что еще? Какая еще гадость про него? Давай гадости всякие говори, чтобы мы хайпанули тоже нормально. Ну, сейчас прикинь, будет видос там. Соболев, ты гадость, ты лицемер, ты говно, ты чушь. И мы популярны с тобой вместе. Давай. Нет, я не хочу. Ладно, почему лицемер? Что ты обзываешь-то парнишку? Он же классный. Почему лицемер? Что ж вы на кольку тогда прыгнули? Лицемером обзываете его. Вот я согласна с вами. Вот вообще прям очень согласна. Хороший же человек. Симпатичный, в пиджаке. Да. Мы не курим. Не курить уже не модно давным-давно уже. Никто уже не курит, блин. Будто мы похожи на людей, которые курят сигареты вообще. Наглость какая-то здесь. И Коля... Этот не лицемер, это тоже нахал. Ну все, ладно, давайте. Здравствуйте. Черт, это же Хованский, сука, был. Я же теперь тоже YouTube смотрю. Я теперь тоже смотрю YouTube. Это реклама уже за бабки. Вот тут Мишаня мне уже заплатил. Он делает прогнозы футбольные и говорит, типа, вот надо поставить вот на них, потому что у них будет так-то сяк-то. У него есть какой-то экстрасенс, чувак какой-то, который прям вообще все подсказывает, он с ним по скайпу разговаривает, тот все прям один в один говорит, за кого надо ставить. У Мишани есть бабки, да, и поэтому, видимо, эта хрень вся работает. Он там по-любому ставит, знаешь, и поднимает Лавандосину. Он разыгрывает бабосы, и когда у него стукнет 10 тысяч подписчиков, он разыграет 10 косарей в прямом эфире. В описании ссылки про Мишани. Вот Мишани мне заплатил, мне доверился, я про него вот рассказываю почти в каждом выпуске сейчас. Ну, сколько мне заплатил, столько я и рассказываю Мишани. Так что не обессудь. Пойдем дальше. Привет симпатичным людям. Как делишки? Очень красиво. Да, опаздываем, что ли? Жалько, жалько. Ивангай. Тебе нравится Ивангай? Да, обожаю Ивангая. Ты прикалываешься? Нет. Ты что, серьезно говоришь? Нет. Удачи вам. Ивангай, он смотрит, выдает. Бродяга, привет. Очень четко выглядишь сегодня. Спасибо. Откуда такое у тебя вообще вот вдохновение так классно одеваться? Вдохновение. Замутись, такую классную прическу. Вот это все там, здесь поменьше, здесь побольше.
Ну, это... Забей, нам это не интересно вообще нахрен. Смотришь YouTube? Да. Кто нравится? Ну, из русских вообще никого. Ух ты, блядь, ты по-английски разговариваешь? Ну, не разговариваю, но смотрю. Кто в YouTube не нравится? Николай Соболев. А что он тебе не нравится? Да, просто. Вот девки сказали, что он лицемер галимый. А ты что скажешь? Ну, это правда. Твое определение лицемера. Блин, ну это сложно. Нихера себе, обзывать чувака лицемером и не знать, что это такое. Негоже, бро. Ну, да, да. Лицемер – это человек, который говорит... Который говорит... Не знаю. Так, значит так, Николай до сих пор лицемер, либо ты уже передумал? Ну, я точно не знаю. Поговорим? Стеснямба. Красавчик, куда спешишь? Да, пофигу, я шучу, мне не интересно вообще. Ютуб смотришь? Бывает. Николай Соболев, как ты к нему? Я даже не знаю, кто это. О, круто, бро. Прикинь, я стал блогером не так давно. Я раньше тоже никого их не знал. Теперь жизнь заставила. Не, нихера не я, прикинь, нихера. Так, а как тебя зовут? Псевдоним блогерский, называется Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Надо будет подписаться. Я на движухе, уже почти полгода. Я вообще топовый самый блогер. И сколько у тебя, так сказать, просмотров, подписчиков? Да почти миллионы там, миллиарды даже, представляешь? Да ты крут. Я крутой чувак. Все, смотри, Негодяй ТВ, а все остальное это дичь. Согласен. Контраст. Николай ТВ, вперед. Какой Николай ТВ? Сказал Николай. Какой ТВ? Николай ТВ? Негодяй ТВ, бро. Негодяй ТВ, вперед. Ой, хорошо-то как получилось. Хайпанем, видать, на именах-то блогерских-то, на чужих. Хер ли делать? Жизнь у нас, как говорится, такая блогерская. Пишем в комментариях вообще, что думаем по поводу того, кто VIP-блогер, кто не VIP-блогер. И, естественно, пишем в комментариях, что, ну, конечно же, самый топовый блогер – это Жека Ширяев, Негодяй ТВ. Блин, он такой топ, да он, сука, перетоп, да таких топов еще, блин, вот этот топовый. Бля, вот Негодяй ТВ, такой топ-блогер. Это обязательно пишем. А так еще пишем, кто типа не топ-блогер, окей? А, да, кстати, Николай Соболев, не расстраивайся. Все хорошо. Ты звони мне. Там пиши это, как бы, на почту мне. Стрелканемся с тобой, побазарим. Тему там замнем. Колян, не расстраивайся, вроде. Там ребята, кого там обсирали, тоже ребята, не расстраивайтесь. Там клик-клаки, там. Все у нас. Мы же блогеры, ёпта.